Сейчас вас за что задержали? За избиение человека. За грабеж. А поподробнее можете рассказать? Могу рассказать. Точнее, я захожу в рюмочную, там стоит мужик здоровый. Смотрел очень долго на меня. И мы пошли на улицу. Вот, несколько нанес ударов, потом... Что вы сделали? Был в состоянии алкогольного опьянения. Предложил другу, так сказать, побить человека, потому что у нас закончились деньги.